Всем доброе утро. Сегодня у нас последний день в Харькове. Он встречает нас отличнейшей погодой, конечно, жарко. Очень тяжко катать в такую погоду, потому что сразу же потеешь, потом течешь, и это прям максимально сложно. Но ничего, надо привыкать к лету, потому что летом будет еще жарче и хуже. Но сейчас не об этом. Сейчас мы избавимся от этой квартиры. Мы ее взорвем нахуй. Запах серы уже присутствует. Непонятно почему. Просто пахнет серой, блядь. Сейчас демоны нахуй повлазят. Ну ладно, если серьезно, нам нужно сейчас выселиться. Придет хозяйка, и мы валим отсюда. Будет стрит, наконец-то. Но, в чем прикол? Мы все равно сейчас заедем на хот-топ, но ненадолго. Отвечаю, вот сейчас прям 5 минут просто на перилку флотовую. Я хочу просто сделать 50, передрочиться, потому что мы поедем на другую наклонную. И чтобы, ну, типа, там не очковать, не ссать, чтобы на уверенном прыгнуть, желательно first try, и пойти на следующий спот. Мы хотим сегодня офигенно стритовать. Будет контест какой-то сегодня, но нам рассказали о том, что контест говно, ибо призы для скейтеров там будут очень хуевыми, вплоть до того, что за первое место там могут быть стикеры. Как вам такое? Чего, это просто, блядь, пиздец. Типа, этот контест для BMX-еров, скейтеров и самокатеров. BMX-ерам спонсоры там выделили, возможно, там рамы и тому подобное, потому что, ну, мне беймеры рассказали, что, типа, там нормальные призы. А самокатерам и скейтерам там даже говорить не буду. Просто пиздец. Ну, короче, в любом случае, видосик будет офигенный, поэтому готовьтесь, можете покушать и погнали. Кстати, не забудь за моих друзей, настоящих профессионалов своего дела, у которых огромный выбор спортивных дисциплин и самые высокие коэффициенты. Ссылка в описании. Рассказываю очень интересную историю. Вот это мой скейтборд. Это тейл. Я не знаю, как мне кататься. Что делать? Нам весь день еще кататься. А у меня доски такой пиздец. Расслабилась, чтобы если кто-то не увидел, то вот. Думаю, теперь точно все увидели. Просто внезапно. Руслан показал, пока мы кушали. Я увидел вот это и тупо минус настроение. У нас последний день в Харькове. У меня столько планов было. А теперь, типа, ну, планы на то, что я вот сейчас сложу доску, скорее всего. В принципе, но здесь она... нет. Одинаковая. Придется потом, возможно, на одной доске с Михой врываться. Да. Ну, неприятно. Ладно, давай трюки поделаем, потом будем еще что-то говорить. Да. Но это надо сохранить. Ты что ты, блядь, делаешь? Шо, как оно? Балдёж в Харькове. Максимальный. Все, конечно, было бы хорошо, если бы, во-первых, не такое жгучее солнце, потому что, ну, сколько, 10 попыток прокатился на перилке и понял, что уже невозможно, я еду, не контролирую доску. Кстати, вот почему я не контролирую. У меня очень прикольная штучка. Я теперь щелкаю ноузом. Внимание, это не моя доска, подожди, вот моя. Его немного поменяло. Это тейл. Вот прикиньте, да, как теперь щелкает. Щелчком которого уже тупо нет. Просто пиздец. Я ноузом делал смит, это неудобно, чувак. Плюсы, знаешь, какие? Я могу не кататься. Да, мы охуенно пофоткались. Я теперь могу не кататься, потому что у меня ноги болят, и теперь доска хотя бы, ну, не позволит мне нормально откатать. У меня вообще пропало настроение. Мы сидим с Русланом, кушаем. И он такой говорит: Владос, посмотри сюда. И я такой смотрю и вижу, сука, вот это. Вот это. Тейл максимально прогибается, то есть уже все, не катабельно. Последний день в Харькове для меня как первый, минус доска. А второй вчера, в принципе, был неплохой. Если бы еще ноги не болели, вообще цены не было. С нами, кстати, намутились два днепровских скейтера. Сегодня будет газка у них, но не у меня. Мы заехали на спот, планировали покататься. Но что-то пошло не так. Вообще не туда. Мы в сказке. Что-то не туда. Жизнь малина. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Оцениваем видео, лайки, дизлайки, комментарии. Всем пока. Ладно, если серьезно, вот спот. Здесь перила около стены, на которой можно хорошо убраться, но об этом лучше не думать. I don't know how to stop being hurt like this. I'ma always go. Ain't no time for hold. I ain't got no time to waste. I gotta drive.
drop at least a rhyme a day. Got caught up in my grind, at least I ain't living where my mama stay. Trying to have my mama stay somewhere fly and far away from where all of this drama stay. Be peaceful like mama stay, so I'ma stay focused, though she don't agree with my focus. I ain't one of these vultures. God gave me talent, we need to... Сема, ёбни ему! Сема, ёбни его! Ебало! Редстоун Крю, мадафака, брр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 рr В общем, быстрый обзор на спот. Мы приехали. Как спот называется, Владос? Сова вроде называется. Совок или сова, как-то так, короче. В общем, здесь есть три блока маленьких, в принципе, похожие на олимпийский, но меньше, намного меньше. Они мне где-то по пояс, три блока. В то время как четыре на олимпийском, мне почти по, наверное, по плечо. Даже больше, наверное. Ну, вот мэнул. Владос, какие-то бредовые идеи опять. Давай, короче, прыгай три блока. А, ну давай снизу пей. Снизу пей, говорит. Понятненько, понятненько. Сёма разъебался. Владос катает на моей доске, потому что свою уже разъебал. Фифты. Владос мне сложил нос. В принципе, ситуация вполне обыденная. Не, ну Руслан, она у тебя уже вот такое было. Так траву буду, блядь, ебать. Ай, блядь, она меня за пальцы укусила. Help! Help! Но так, давай, подожди, блядь. У меня есть лайфхак. Я просто пойду за своей. Она такая же. I'm just trying to take an iron. Call it switching in the city like Tada. Got me dancing around the planet on the sky. Honey care singing. Scribble inside of a diary. It take a lot to inspire me. I gotta switch up environments. I think the art it requires it. Parents discussing retirement. Not in position to buy it. I really admire. I keep on dropping the fire shit. Oh, I flow. I just keep my nose down to the grindstone. $1 million verse up in my iPhone. Switch up the scenario to hit some different time zones. She must think she's psychic when she read between the lines, dog. Чем? Ну нет. Надо. Жопой. Я ж на аккуратном. You gotta draw it up just like a quarterback. When my shoulders heavy with a heavy heart, I hit the beat and rip it apart. I ride the park and I pick up the speed. Pick up the speed. I'm just trying to take an Все, как попка. Бля, чувак, это больнее, чем вся моя жизнь, нахуй. Ситуация страшная. Хуй, звук хуёвый, кстати. Как похуй на звук, бля. Как попка, ты держишь в курсе. По лицу видно. Бля, тебе плохо. Продолжаем лайв-контент на зоне с хорошим звуком. Чувак, сука, я ебу. Что случилось, блядь? В жопу дало, прям, знаешь, именно не то, что дало, а знаешь, типа, если ты очень-очень-очень-очень сильно щелкнул, у тебя прям кредитка в фанус почти. Блядь, ебать ты следы оставил. Да мне похуй, это больно максимально. Не ебет старый? Или ебет все-таки? Ебачи на ебе. В общем, без лишних слов. Сейчас я просто устал, жопа болит. Думаю, вы понимаете, о чем я. Я сломал доску немного. Вообще, тейлграб сделал, и, собственно, досочка-то все. Тест на чипы. Руслан ебанулся. В принципе, чип есть. Бля, Руслан, что у тебя с тейлом? С тейлом? Да бутербродик. Я проголодался просто. Я всего лишь пытался делать тейлом no slide. 270 шовитаут. Ну, это закончилось, как видели, очень плохо. И после этого, ну, сори, не сейчас. Что, Руслан, что делаем? Я думаю, что нужно, так сказать, поговорить. Пообщаться, так сказать, на языке боли с досочкой. Mm-hmm. Но я не буду. Давай, за всю хуйню просто, она тебя ёбнула. Вообще, похуй. А, блядь, на отомстить ей надо, пиздец. Да? Конечно, щелчка нет. Ты можешь сделать так? Или а, ну-ка. Ну да, да. Оп. Тебе вообще похуй. В смысле, похуй, блядь, у нее чип. Вот у нее ебало сломалось только что. Это не ебало, это ноги. Ну, ноги, похуй. Да?
Вот ей тоже похуй, но тут ей похуй. Блядь, ты неправильно делаешь. Смотри. О, что вы скажете по этому поводу? Да это пиздец, блядь, нормальная деха. Можно было склеить суперклей, блядь, пол-литра, и все нормально. Вот именно. Некоторые типы собирают на доску месяцами, а мне вообще поебать. Доска не твоя. Да. А можно мне уебать? Да, бля, на здоровье, пацаны. Не, неправильно, неправильно. Не, подожди, самое главное, ебать, вот супровно так полона вошла. Куда она ей пизда? Вот так. Ёба. О, смотри, подожди, может она щелкает лучше будет? А ну-ка, проверь. Понимаешь, нос поднял? Тупо туториал на пога. Ну только ремпост будет, чтобы делать. Бля, Сёма, ты что, ебанул? Бля, сноускейт тупо. Идеальный бок без чипов. Теперь смотрим. Я заебался, если честно. Ну, это топ-комплект. Дай ее, можно? Не, на ней прокатиться надо, ебать. Давай другой стороной хотя бы. Ух ты, стоп. За сердце ёлкает. Время трех. Давай, давай. Ох, ебать. Она реально лучше летит, чем новая. А можно мне трех? Давай. Ебать. Сосали, ебать. Чу. Пацаны, на всем чем угодно можно кататься. Да. Торе. Главное желание и энтузиазм. Смотри, я не знаю. Не, жопа, жопа. Да. Да. Вот сейчас кикфлип можно сделать. Вот это прибьюха. А, блядь, сломал ее, да. Сер, выпрямите ее. Пацаны, сердечко. Не, ну это больно. Это сердце. Не полное. Что я хочу сказать вам, ребят. Выпьем две чашечки, точнее два бокальчика напитка за первую досочку, ну и вторую, которая сломалась вами. Вы просто посмотрите на это. Я не думал, что в Харькове вот это вот все может быть настолько дешевым. В Киеве это все стоит в два раза дороже, а чтобы вы понимали. Ну, черт, такого не делают. Два раза? В два или в три. Если не в три, чувак. Да. Ну, чувак, вот это стоит доллар. Доллар, сука. Ну, а это доллар 50. Я на 75 гривен купил, короче, столько картошки, две сосиски вот таких вот. И вот такой огроменный хот-дог, короче, вот. Просто огромный реально такой вот, здоровый. Вот как это сосиска, вот. И что ты думаешь? Это все мне обошлось 75 гривен, чувак. Ну, кормят вкусно очень. Это супер дешево, кстати. В общем, через 3 часа, даже 2,5, у нас уже поезд. Будет снова Киев. Ну и все. Поэтому подписывайтесь на канал, оцениваем видео, лайки, дизлайки. Комментарии, ждем новое видео. Подписка на Инстаграм. Это очень важно, потому что тем больше те, кто подписаны на Инстаграм, они давным-давно увидели, что мы уехали в Харьков, а вы только сейчас. Но это а еще, кстати, те, кто подписан на Инстаграм, они правильно в комменты писали, что приедет Сёма. Все остальные писали: ой, Байка, ой, Морти, ой, Дима Трэшер. А те, кто подписаны, они знали. Они как бы уже прошли. Они чувствовали, типа... да. Они вот знали, что нужно подписаться, так и сделали. И в итоге, ну, типа вот. И, кстати, с Киева там будет, наверное, до моего уезда один видос от силы, и то не факт. И потом будет видос какого-то другого города, потому что, ну, я говорил, я уеду. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Оцениваем видео, лайки, дизлайки, комментарии. Всем пока.